Итак, куда мы летим? Мы летим снова в Турцию. В этот раз мы выбрали регион Кемер, город Кемер. Путевку взяли на 6 ночей. Отель, который мы выбрали, называется Армир Резорт, 5 звезд. Летим авиакомпанией Turkish Airlines. Вот Бейлис, оригинальный ликер, 16 евро. А вот его аналог Амарула, 8,5, ничем не уступает. Вот, наверное, его сейчас я возьму. Все, идем на посадку. Проходим через рукав, и наш самолет. Мы летим в авиакомпании Turkish Airlines. Тоже вот такой современный аэробас. А серединка здесь, вот, в отличие от Air Astana, имеет 4 сиденья и 2 по бокам. Нам с Агирем повезло, мы сели вдвоем возле окна. Попросили об этом на стойке регистрации. Крыло самолета справа от нас. Вот эта подушка Air Astana осталась от предыдущей поездки. Также имеется мультимедиа с меню на различных языках. Вот мы русский нашли. Но экран не сенсорный. Получается, управляешь вот этой клавиатурой. Меню на русском, но фильмы можете посмотреть только на турецком и на английском. Антиблик. Сосед не видит то, что смотрит сосед. Антиблик. Здесь такие сумочки. Внутри вот беруши. Повязка для глаз. Девушкам красные приносят сумочки. Покажи, они сумочки. Первый раз летим в Turkish Airlines и переживали, будет ли питание на борту или нет. Оказывается, питание входит. Вот горячее блюдо, кекс, салат, одноразовая водичка, хлеб, прям вот он, теплый хлеб. Я взял чай с лимоном и бутылочку красного вина. То же самое, Айгерин, чай с молоком и яблочный сок. Порочный. И это яблочный. Вино вот у них специально вот для Turkish Airlines. Каберне Савиньон. Так. 13,7 градусов. 187,5 миллилитров. Почти 200 грамм. Только
только меня смущает вот этот срок 2018 год, а здесь 2020. Нет, ничего страшного, я сейчас через Google переводчик перевел. 2018 год — это дата разлива, а это дата партии. Ну, то есть смело можно бить. Железные приборы, ножик, вилка, ложка. И Астана, по-моему, пластиковые были. Потом вот клубничный джем, сливочное масло и черный перец. Насчет того, что Удивили и Астана лучше, я ошибался, потому что здесь как бы видно, что вот эта система скорее, но она навороченная. Здесь вот стандартные с двумя, с двойной вилкой, как вот и должно быть в самолете. Ты расстановишь, втыкаешь сюда, и он здесь постоянно путается, мешается. Потом здесь вот есть такой удобный джойстик, пульт управления. Сейчас собираюсь посмотреть фильм. Вот Horrible Bosses. Несносные боссы. Старый фильм, но я его почему-то не видел. Сейчас буду его смотреть. Время полета где-то. Так. Где-то около 2 часов мы уже летим. Лететь еще нам 3,5 часа. Зона, где Стюарт сидит. Слева, справа туалеты. Вот, кому интересно, как выглядит туалет в самолете. Палочки. А так вот он очень тесно. Так, время 14:27. Через час пролетаем в Анталию. Принесли полдник, булочка, взял кофе и апельсиновый сок. Thank you.
Вот идем в сторону паспортного контроля. Все тот же знакомый терминал. Сейчас будем получать багаж. Снова эта надпись. Добро пожаловать в Анталию. Зарегистрировались на стойке туроператора. Там сказали номер автобуса, который нас будет ждать. Туроператор у нас Пегас. Теперь нам надо найти автобус с табличкой Пегас и свой номер. Вот здорово. Здесь вот автобусы туют.